день закрытия Всероссийского спортивного форума состоялся тематический круглый стол, посвященный здоровью населения. Представители Министерства образования, тренеры и медицинские работники пришли освоить программы по внедрению в массы здорового образа жизни. Улучшение школьных уроков по физкультуре, оснащение спортобъектами муниципалитетов и паспорт здоровья для работников предприятий. О средствах, сберегающих дух и тело, рассказала Екатерина Уба. Здесь будет звучать очень интересный опыт здорового предприятия, введение паспорта здоровья на предприятии, то, что делается у нас уже на многих предприятиях региона, как боремся с табакокурением, с употреблением и злоупотреблением того, чего не нужно, как вообще формируем ответственное отношение к своему состоянию здоровья. Это тоже будет сегодня звучать. На круглом столе обсудили реализацию проекта «Ульяновск – здоровый регион». Его функциональные направления созданы для улучшения качества жизни, долголетия и демографического прогресса. Учителя, врачи и руководители предприятий уже вовлечены в здоровье сберегающую программу. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.